在拉重物的时候，不要用手这样直接去拽，很容易划伤手。我们可以用这一个道具给大家分享一个拉重物不勒手的一个好方法。首先呢，我们这样缠绕个三圈，把这一个放到中间，然后把这一个拉黑，再套住这个物体，然后整理好拉紧。Всесезонный мотобуксировщик «Бурлак Экспедитор». Данная модель управляется так же, как и любой классический мотобуксировщик. При помощи складного руля, стоя либо сидя в волокушах или прицепе. Таким образом, нет необходимости ставить данную технику на учет и получать права на управление.
На бурлаке «Экспедитор» установлены проверенная временем трансмиссия с вариатором «Сафари», надежная коробка реверса с полноценной нейтральной передачей и тормозной механизм. За исключением двигателя, «Бурлак Экспедитор» – это полностью отечественный продукт. Рама, трансмиссия, коробка реверса, ходовая часть и тормозной механизм изготавливаются в городе Рыбинск. При этом все узлы максимально унифицированы с узлами самых популярных отечественных снегоходов. Поэтому запчасти можно без труда найти в любой точке продаж отечественной снегоходной техники. Эта модель подойдет для рыбаков, охотников, промысловиков и всех людей, любящих путешествия и активный отдых. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.